А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал Макса. Здесь вы сможете найти различные мини-игры, такие как SkyWars, Turbo Cars, Racer и многие другие. Также он играет с модом Towncraft. Поэтому, ребята, ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Ну, здрасте, здрасте, мои дорогие друзья. И добро пожаловать в новую серию нашей летней авантюры. И это вроде 20-я серия по счету. Да ну, не может быть, это уже 20-я серия по счету. Это уже юбилейная серия. Да ну нафиг, ребята, 20-я серия по счету. Поэтому, ребята, не забываем поставить лайк на эту серию. Как я уже много раз говорил, лайки — это отдельная мотивация для вас. И это больше видео для вас, если вы хотите видеть больше видео. Также, ребята, вот тут есть такая красная кнопочка, где написано «Подпишись на канал». Почему бы вам не нажать на нее, не подписаться? Те, кто еще не подписан, я буду очень сильно этому рад, кто новенький подпишется на мой канал. Я, если честно, очень сильно рад каждому новому подписчику, не забываем об этом. И сразу же, ребята, мы отправляемся на поиски приключений для нашей задницы, как обычно. И куда мы сейчас потопаем? А, наверное, в тот... Это подарочки, да, которые были. Сейчас мы потопаем, наверное, в тот же мир, где мы были в предыдущей серии, потому что мы там еще не до конца все исследовали. И мне кажется, что будет круто, если мы туда отправимся. Включим сначала день или утро, вот, а то без этого как-то не очень красиво тут выглядит. И отправляемся мы на охоту за дикими животными, за мамонтами, за саблезубами, с крюкожопыми тиграми, да, я не знаю, что это просто-напросто сходу придумал. И может мы даже найдем какие-то данжи, если на... Так. Сейчас. Вы это видите, да? Что это за сверхъестественная аномалия? В предыдущей серии, когда мы сюда пришли, мы тут умерли на вот этой конченой, мать его, слизи. И многие подписчики меня судили, то, что я выдал себе заново мои вещи, потому что, Эдисон, твои вещи не пропали, и твои вещи просто-напросто взяли и сгорели вот на этой слизи, потому что это как будто лава. Нет, это не как будто лава, видите, что это не сгорает. Но все же, когда мы сюда пришли в предыдущей серии, наших вещей тут не было. Спустя неделю я записываю эту серию на этом сервере. Хренакс, вещи вернулись. Пора бы вызвать охотников на привидений, или может даже Дина и Сэма, кто смотрел сверхъестественное сериал, потому что тут творится что-то неладное. И вот эта сверхъестественная, мать его, сила меня все больше и больше напрягает. Когда мы умерли, наши вещи пропали. Спустя неделю я сюда вернулся, чтобы записать новую серию. Наши вещи появились. Жопа зубы, тигри зуб. Да, это что-то новенькое. Это... И, ребята, прикиньте, я вывел новую расу. Новую расу покемона. Жопа тигры и забрезуб или какой-то. Ну ладно, я не стал поднимать те вещи, потому что те вещи я себе заново уже выдал. Если бы я их себе выдал еще раз, это бы знало, это бы значило, что мы просто-напросто себе два раза выдали одни и те же вещи. И это, в принципе, по сути, было бы нечестно, если бы я, можно сказать, взял бы и просто-напросто дюпнул вещи. Это можно, наверное, и так сказать. Поэтому я их просто-напросто не взял. А, мы же не можем с луком в него стрелять, да? Ух ты, мамонтенок! Мы хорошие. Мы тебе просто-напросто пришли пузико почесать, и мы уже уходим. Мы не злые. Мамонтенок, мы не злые. Не обращай... Опа. А это что такое? Это что... Так, я... Ух ты, кучи. Тех я тоже не могу бить. Это что...
Ух ты! Так, сейчас. Опа. Вот что-что, но это мы еще не находили. Мне интересно, что это такое. Мне интересно, я если туда прыгну, я не убьюсь случайно? Ну, в смысле, может вот тут? А, нет, не убьюсь. Я просто думал, знаете, тут может какой-то пол нафиг тоже с этой слизи. Жопозубый, щитозуб, иди отсюда. Не хочу с тобой иметь никакого дела. Что это? Армиблок. Ну, заберем его себе. С него крафтить ничего нельзя. Я просто смотрю, есть ли тут какой-то крафт. Но нету никакого... Нету никакого... Жопа тигра, я засобли с ногти. Идите отсюда. Идите отсюда. Я не хочу с вами даже дело иметь. Ух, вы тут нафиг наглые. Вот вы наглые. Ничего. Уйди. Уйди! Уйди! Ушел. Дальше. Куда мы топаем? В какую сторону мы пойдем? Наверное, куда-то вот туда. Я не представляю, что это вообще. Это данж был? Или это какая-то хренотень была? Потому что, ну ладно. Если бы данж был, то было бы что-то получше. Но точно не вот такое. Кто там? Ух ты ж мух ты карабух ты! Иди прочь! Иди прочь! Мамонтенок! Иди прочь! Я просто смотрю, ребята! Данжик! Я такого данжа еще даже не видел. А давай... Мать вашу, это конченая слизь, или что это? Понос гадкой какой-то, я не знаю, там... Это понос мамонтенка? Нет, это не мамонтенка, это вот этой улитки. Мамонтенок это хороший, мы его, видите, мы ему же любим пузико чесать. Мы же его... Ребят, я не живодер, я не убиваю никогда животных, я просто-просто ему пузико чешу. Так... Ну ясно, понятно, тут мы забраться не сможем, значит нам нужно срубить какое-то дерево. Ага, да, если бы оно еще полностью рубилось, потому что я думал, трикопитейтер даже вот тут работает, но, к сожалению, он тут не работает. Это вот сюда, вот так, это значит вот сюда. Я не знаю, хватит ли нам? Хватит! Нам, ребята, хватит всегда, если там будет как... Какая-то ужасная мумия или там сабле ребристая много жопка, то я если честно не знаю даже сможем ли мы ее убить, а я уже там кого-то слышу. Вот тупой Эдисон, тут же есть лестница. Ух ты, там же есть лестница, а я залезаю через вот это. Так, ладно. Я что-то в этом роде я ожидал, что что-то вот такое хрень какая-то будет. Просто так нас сюда не пустят. Но чтобы настолько, что я сейчас трусы пойду менять. Вот, кирпичик не нужен. А если подумать, ну все же. Я уже профи, я уже знаком с этими ситуациями. Ага, сейчас. Иди в жопу, кричащий этот мужичок. Вот так. Мужичок-броневичок. Причем тут броневичок, я не знаю. Опа. Так. Паркурщик с меня, конечно, никакой.
Хотя, я, в принципе, если честно, даже никогда паркурами не, не увлекал. А хотя, в принципе, мы тут можем уже... Ну, как бы... Как бы можем, но урон нам и так наносится. Так. Ой, стоять, не двигаться, не рушь. И... Так, вот, потихонечку. Может, мы куда... Мне просто интересно, что это за фиг... Стоять, так, вот. Там этот мужик еще речит. Да вроде нет. Или может да, я просто не хочу еще раз кирпичик произвести на свет. Да, речит. А я не хочу его слышать, если честно. Ребята, он вам слишком надоедает? Мне кажется, что слишком. Что самое... Ну, в принципе, этого вот это они круто придумали, что вот эту фигню ломать нельзя. Эту фигню ломать нельзя. А что это за данж? То есть, как, какой, насколько он большой? Мне кажется, он будет большим очень. Ну, давайте подождем, пока это отрегинится. И потопаем. А тут я... Так, вот. Вот. М. Ребята, тут невидимая стена. Давайте лучше вот так, а то, если честно, он меня бесит. Так, а если... Вы видите, ребята, то, что это баг? Смотрите, вот тут... Тут мы можем, тут мы не можем пройти, потому что тут невидимая стена. Если мы ее обойдем, то мы назад сможем выйти. Круто. Вот вы охрененно придумали, неизвестно зачем. Ну, ладно, сейчас, давайте мы будем... Дальше разбираться. Ух ты нафиг. Я не думал, что я так смогу обосраться первый раз. Это было реально эпично, когда я первый раз чуть кишки снаружи не выпустил. Так, спокойно. Я не хочу опять обкакаться. Это какой-то эпический данж. Я даже не думал, что мы сможем что-то в этой серии подобное найти. Вы на начале серии, когда мы вот этот блок нашли, да, с того... А тут мы можем зайти или что это? А, нет, это просто проход такой. А, когда мы нашли вот тот блок, да, в том, то я думал, это какой-то уже мини-данж. Но это никакой не мини... Ух ты, что-то сейчас будет крутое. Но это никакой не мини-данж, это просто оказалось, ну, какая-то фигня, может, заброшенные какие-то... Может, какие-то заброшенные руины и все. А, поэтому я даже как-то, ну, не думал, что там будет что-то крутое. А мы случайно не по кругу бегаем? Да нет, ты вроде ни хрена себе. А если вот так? Ага, это просто, ну, ладно. Просто так просто. А, я не знаю, честно. Пока что ничего. Ух ты, твою... Этот мужик меня бесит. Ну... Ух ты нафиг. Ну, мне кажется, что это реально что-то будет эпичное, потому что мы этих монстров до этого даже никогда не видели. Я, если честно, даже вообще не предполагал, что в этой серии мы найдем какой-то данж. То есть, на начале серии я даже об этом не думал. Я еще раз повторюсь, то, что мы нашли какой-то там мини-данж, да, был что-то в этом роде. Какой-то там мини-мини-данж, да, где мы нашли вот этот блок. Но я даже не думал, что это какой-то данж. То есть, это может просто-напросто обычный... Да закрой ротяку свою. Это может был какой-то обычный просто-напросто ну, какие-то обычные руины, да и все, да, что-то.
чего-то обычного там не было. А вот сейчас, когда мы нашли вот этот данж, то он реально какой-то немного стрёмный. Еще вот этот... Ух ты нахрен! Этот мужик еще конченый, который ржет. И вот этот, эти монстры, которые уже... Опа. Баннер. Эти же монстры не появлялись, да, раньше? Они только сейчас начали появляться, потому что мы все дальше и дальше... Ух ты! Потому что мы все дальше и дальше спускаемся в этот данж. И, в принципе, по сути, тут же монстры всякие, да, появляются. Да иди ты в жопу, мужик! Раньше же на вот этих нижних уровнях их даже не было. Так. Опа, 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 опа. Лучше их так перебить... Лучше их так перебить, пока есть возможность. А то они сейчас сюда придут и нам жопу просто-напросто надерут. А так мы их сдалека хотя бы немного застреляем. Видите, одного мы уже убили. Сейчас я просто еще смотрю. Там портал выпал вроде, да, какой-то? Так, это можно выкинуть быстренько, что нам сейчас точно не нужно. Я не знаю, честно. Ух. Ух ты, во сколько там? Ух ты, во сколько там? Так, сейчас, ребята, давайте мы их быстренько перебьем. Мы ему бьем по 20 урона. В принципе, это не так уж и много, но для дальней дистанции это как раз отлично. Так, вот сюда. Круто. В принципе, больше мы ничего выкинуть не можем. Идите в жопу, кричащие! Кричащие мужики! Опа, это случайно не конец или это босс? Нет, это не босс, это обычный вот этот монстр. Ну как, обычный, необычный, потому что мы их первый раз видим, да? Но это что-то уже смахивает на какую-то... На какую-то такую необычную... Опа, это что? Ancient Orb. Ну, раз Orb, значит это что-то должно быть интересное. Так. Вот с этого можно что-то скрафтить? С этого ничего нельзя скрафтить. С этого я не знаю, что можно скрафтить. Это можно выкинуть. Это можно поднять. Фу. Включаем музыку. Точнее, не музыку, а звук. Может, сейчас опять вот этот мужик орать будет. Вот, круто. И это все? А я слышу какие-то звуки. Ну, в принципе, смотрите, дальше выхода у нас... А я слышу какие-то звуки, это может где-то за стеной. Смотри, дальше выхода у нас никакого нету. Мы подняли какой-то орб, а может орб нам и нужен был. Ancient Orb. Ancient Cairn Realm Stone. Вот он. А зачем нам этот орб? Орб. Вот он. А зачем нам он? Лунар орб? Хрен его знает. Я не знаю. Но по сути больше у нас тут нету никакого прохода. Больше у нас тут нету никакого прохода, и мы дальше не можем пройти. Ни дальше, ни еще куда-то. А все, больше этого звука нет. Есть. Ух ты, конченый мужик вот этот. Так. Ну, как я сказал, дальше мы пройти не можем. Дальше мы пройти не можем. Все, что... Не ори, пожалуйста. Вот. Вот это все. Это финальная точка. Больше у нас нету никуда прохода. А давайте я только попробую. Ну да, дальше ничего нету. Я просто, знаете, включил гейммод, чтобы просто-напросто попробовать, есть ли там что-то дальше. Ну, отсюда мы вроде пришли. Да, отсюда мы пришли. Kill Temple Face какой-то. Temple Face какой-то. Ну, походу, все, ребята. Походу, у нас больше нету... У нас больше нету возможности что-то тут сделать, да?
Больше возможностей нету, и мы уже все тут облутали, и все, что мы нашли. Все, что мы выбили, этот был вот этот кейс... какой кейс нафиг? Это был вот этот... иди сюда. Иди... так, сейчас. Дайте нам вылезти, а, вот так. Все, что мы добыли, это вот этот орб. Ну, и вот эти баннеры. Ну, хотя круто, потому что это что-то необычное, если честно. Я даже не ожидал, что мы в принципе найдем какой-то данж. А мы нашли. И неплохой. Я, если честно, сначала даже кирпичики произвел, как я вам уже показывал, да? Все так же никому не нужны кирпичики, но если надумаете, обращайтесь. Производитель Эдисон, компания не знаю какая. И, в принципе, вот уже сейчас рестарт сервера будет через 10 минут. Но это было что-то необычное, честное слово. Я даже не ожидал... так. Я даже не ожидал, что мы что-то наподобие сможем встретить. Это реально было как-то, ну, очень непредсказуемо. Там ничего у нас нету. О, там какие-то шахты есть. Или это не шахты, хрен его знает. Фу, ребята, пожалуйста, напишите, во-первых, все ли я сделал в этом данже, да? Может, я там что-то забыл, может, там нужно было что-то активировать, чтобы появился какой-то босс. Но, по сути, мы дошли до последней комнаты, и вы видели то, что ничего там нету, мы ничего не смогли сделать. И, в принципе, больше там ничего не было, чтобы мы смогли, в принципе, сделать, да? Ух ты! А я его не могу бить? И я его не могу бить, что ли? Так... а нет, могу. А почему я... ага, может, залагало просто? Ух ты нафиг! Ух ты нафиг! Ух ты нафиг! Так, постоим, отрегенимся. Это, во-первых, не забыл ли я вообще что-то там сделать. Может, я реально забыл. И может, там даже как-то можно бы было вызвать какого-то босса. Может, я не уверен просто. Ну, и в последних, ребята... нет, хотя еще не в последних, может, так, это выкинем, вот. А еще, наверное, не в последних, потому что я еще у вас хочу спросить. Зачем нам вот этот орб? Вот он, Ancient Orb, который нам выпал. То есть, для чего он нужен? Может, для призыва какого-то босса, может, для какого-то крафта, может, для какого-то места, чтобы туда пойти, что-то там вставить кому-то, ребята, может, тоже там нужно. И может, заспавнится тоже какой-то босс. Честное слово, ребята, я не имею представления. Ну, круто, то есть, вот этот данж реально такой прикольный был. Но... и в последних, ребята, в последних, если вы все-таки знакомы с этим модом, ну, в принципе, вы же мне помогаете, да, иногда, и за это вам реально очень большое спасибо, то, что... да умри ты. То, что... есть ли тут еще что-то в этом мире? То есть, может, мы что-то пропустили, может, тут еще что-то крутое будет. Может, еще тут хотя бы будут какие-то данжи, потому что если нет, то я просто-напросто сейчас уйду, и я уже, если честно, даже не вижу смысла возвращаться в этот мир, если тут уже больше ничего не будет. Но все же я тоже, знаете, не хочу пропустить какую-то вещь, поэтому сейчас я у вас и спрашиваю, есть ли тут еще что-то, чтобы мы сюда потом еще вернулись, или чтобы мы тут еще что-то сделали. Идите в жопу, саблишь, жопы и тигри жопы. Я уже не знаю, как их называть, честное слово. И все, что я сейчас делаю, это просто убегаю. Убегаю, беги, Форест, беги. И мы, наверное, уже будем сейчас, ребята, заканчивать. Сколько там серии? А, серия как-то даже мало идет вроде. Хотя, как мало? Не очень так и мало. В принципе, до рестарта нам нужно успеть. Ладно, давайте уже идем домой. Вот. Да, вот мы дома. Можем включить шейдеры. И потопаем вот сюда, чтобы весь наш лут выкинуть. Точнее, выложить вот сюда это, вот это. Монетки тут, нет, монетки все же тут у нас, вот так, и вот так, и вот так, и вот это тоже, гемы тоже, баннеры тоже, отсортируем. Фу, да, ну реально было, даже скажу, что как-то эпично, потому что я вообще не представлял, что мы, я сначала, да, мы же сначала встретили какие-то руины, я подумал, что это что-то, жопа какой-то, да, там руины, нифига себе, это еще что такое, и может мы сейчас там что-то крутое найдем, но, к сожалению, мы там ничего не нашли. И потом сразу же за этими руинами было вот это.
Вот это мы в руинах нашли, а потом за руинами мы нашли вот тот большой данж, в котором мы спустились до последнего этажа, но, к сожалению, мы больше ничего там не нашли. Мы спустились до последней комнаты, но там, к сожалению, больше ничего не было. Поэтому я пока что задаюсь вопросом, а ничего ли мы не пропустили там? Это, во-первых, нужно ли нам еще что-то сделать в этом мире? Это, во-вторых, и, в принципе, есть ли там еще какие-то данжи, или нам еще нужно что-то там добыть? Это, в-третьих, и, в-четвертых, зачем нам вот тот Ancient Orb, и для чего он пригодится, может, для кого-то призыва? Ну и, в принципе, ребята, серия не такая уж длинная вышла, просто-напросто мы нашли вот этот... данж, если честно, он такой прикольненький был. На этом мы уже, наверное, будем заканчивать. Я извиняюсь, может, действительно, серия какая-то не очень длинная, но все же, ребята, если честно, уже прям устал сейчас сижу. И, если честно, уже просто-напросто хочу заканчивать. Да я и не вижу смысла сейчас что-то делать, потому что плюс тому сейчас будет рестарт сервера, а я не хочу после рестарта сервера уже заходить. Поэтому, ребята, мы уже на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, набираем 500 лайков, сразу же выходит новая серия «Летние авантюры». Я вам всегда говорил, ребята, я вас всегда очень сильно ценю, поэтому, если хотите, оставляйте свои комментарии. Я сильно общаюсь со своими подписчиками, поэтому, если хотите, чтобы я вам ответил или просто-напросто с вами поговорил о чем-то, просто оставьте свой комментарий. Если не верите, то посмотрите под предыдущими видео, я всегда пытаюсь ответить на комментарии. Поэтому, ребята, еще раз скажу, прям, не знаю, кря-кря утка какая-то, там есть кнопочка «Подпишись на канал». Ребята, я буду очень сильно благодарен, если вы на него подпишетесь, если вы тут новенький, то я буду рад всегда каждому новому человеку, каждому новому подписчику, который подпишется на мой канал и вступит в нашу большую дружную семью. Ребята, на этом мы будем заканчивать, оставляйте свои советы. Не зря же вы тут сидите, вы же мне помогаете, потому что многие кто знакомы с этим модом, а я, как всегда, нубасик сижу и не разбираю, что тут и как. Поэтому я, ребята, в принципе, у вас и спрашиваю, да, что и как делается. Ответьте, пожалуйста, на те вопросы, которые я задал. На этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз повторю, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.